Плохой пример. Зрители требуют уволить Галкина из шоу «Лучше всех». Возмущенные родители считают, что шоумен, который изменяет своей жене с любовницами, является плохим примером для их детей. Интернет-пользователи стали возмущаться поведением Максима Галкина из-за слухов, что якобы пародист изменяет Алле Пугачевой с любовницами Юлией Барановской и Светланой Лободой. Теперь некоторые зрители в сети требуют руководства Первого канала уволить Галкина из развлекательной программы «Лучше всех», поскольку мужчина показывает негативный пример маленьким участникам шоу. «Очень жаль, хороший ведущий, но пусть для начала со своей семьей разберется», – заявили пользователи. Стоит отметить, что некоторые фанаты подозревают, что Примадонна может поспособствовать скорому увольнению шоумена из программы. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!